Друзья мои, всем привет! Сегодня день физкультурника, и я считаю себя таковой, поэтому этот праздник мой, и мы будем его отмечать. Сегодня это видео хочу посвятить всем вам, всем нам. Это будет видео, такая мотивашка заниматься, ну, большим, громким словом, спорт не будем говорить, а физкультурой заниматься обязательно надо. Покажу, как мы ходим в парке, кто ходит в парке. И оставайтесь со мной до конца. Покажу, как сегодня мы будем отмечать этот день. Ну, а сначала по плану, как всегда, у меня тренировочка. И, мои хорошие, что хочу сказать. Когда мы меняем что-то в своей жизни, само собой так получается, что меняется наше окружение. Опять говорю про себя, да? Вот люди, с которыми я общалась, ну, не все, конечно, но часть из них ушла от меня не потому, что мы поссорились, что-то мы делили или еще какие-то такие моменты, а просто, видимо, им стало со мной неинтересно, когда я изменила свою жизнь. И в каких-то моментах, наверное, они меня не понимают. И уже такие близкие отношения ушли. Но зато на место их пришло много других людей, с которыми вот именно мне интересно, нас соединил интерес. И это новый вдох в жизнь, новое восприятие жизни. То есть это люди ничуть не хуже, которые были, но просто это люди, которые сейчас близки тебе по духу, с которыми можно обсудить какие-то вопросы, моменты. Это же тоже неплохо. Поэтому не бойтесь менять свою жизнь. Не переживайте, если люди от вас уходят, значит, эти отношения изжили себя. И пришло время заменить их другими. Как всегда, сходит солнышко. Сегодня будет жаркий день. Надеюсь, холодный период уже закончился. Вот я иду, подхожу к парку. И уже девочки тут ходят. Где-то мы приходим, ну, каждый в свое время, с полшестого. Давай возьмем, у кого какие возможности. Я же свободная, как птица, встала да пошла. Ну, есть люди, у кого семьи, дети, какие-то обязанности. Но все равно мы все тут встречаемся, общаемся и занимаемся физкультурой. Утро начинается с ходьбы. Ходят все по-разному. Кто с палками, кто без палок, кто быстро, кто медленно. Каждый ходит в своем темпе, он даже мужчина с малышом вышел походить. Ходят по дому, ходят парами. Кому как удобно. Главное, что ходят. Это самое главное. Я тоже люблю ходить одна, включаю музыку и слушаю. Вот такой компанией мы ходим. Лена. Бумеранг сделала, назад вернулась, спустилась. Вот наша Светлана, ведущая. Да, в нашей компании еще собачка. Вот так ходит вслед. Кто с палками, кто припляс, кто как. Но главное, все вышли на тропу здоровья. С лишним весом, да, Лена? Ага. На тропу войны с лишним весом. Другой войны нам не надо. Вот новый способ похудеть. Свет, расскажи нам об этом способе. Короче, посмотрела одну хохлячую передачу. Ходить нужно мелкими шагами. С носка, с пятки на носок. Руки работают возле корпуса, с
спина прямая. 4 минуты интенсивно, 1 минуту еще более интенсивно. И что это дает? За месяц на 5 килограмм при ходьбе 30 минут в день. Вот попробуем. И вот наши девочки все хотят 5 килограмм в месяц скинуть. И повторяет все за Светланой. А муха просто так идет. Привет. Привет. Давно пришли? Только что. Ну, пойдемте. Пойдем. Как настроение? Ой, ну вчера же на именинах было. Ну и что? Да, должно знаешь, быть хорошее, отличное день хорошее, рождения. Хорошее. Ну столько еды, и вот понаелись, и разошлись, и все. Ну сейчас растрясать будем. Ага. Так, вот такой. Вы думаете, что же? Мы не заметили, откуда вы? Ну вот. Нет, утренняя откуда планерка вы? Сейчас обменится своими впечатлениями, событиями и пойдем дальше. Танюш, я никогда не поверю. Значит, ага. А думаете, меня там кто-то ждет? По кустам. Ну ладно. Ромашку-то. Вот мы походили. Сейчас песни попоем. Давайте. Я любуюсь день-деньской, я гляжу во все глаза. Ой, какая красота! Ромашка белая, лепесточки нежные, не дороже всех цветов, ведь она моя любовь. Коллектив весь в сборе. Вот походили, идем к самовару. Вот такие у нас девчонки ходят, красавицы. Вот мы физкультурники, к таковым себя относим. Девчонки, ну-ка пожелайте нашим зрителям. Давайте их мотивируем, чтобы они не сидели на своих диванах, а выходили и ходили, поправляли свое здоровье, общались так же, как мы, получали позитив. У нас в руках гантели или палки, мяч большой и маленький совсем. Мы можем прыгать даже со скакалкой, хватило бы только места в парке всем. А ну-ка, девушки, а ну, красавицы, мы дружно с вами гимном пропоем. И пульс у нас совсем не повышается, когда ходьбой спортивную идем. А самоварчик нас ждет. А вы пьете чай из самовара? А мы сегодня будем пить. У самовара я и мои подруги. Попробуй. Это надо протереть. Вот. А вот протереть. Сейчас накрываем стол. Все по-простому. Самое главное общение. Правда, девчонки? Самое главное. Видели столько лычи? Она все падает и падает. Девочки, расскажите мне, как вы стали себя чувствовать после того, как стали заниматься ходьбой? Балюша? Ой, я просто на крыльях уже летаю почти. Почти? Да. Девочки восхищаются мной. Я поддаюсь дрессировке и выполняю все их замечания. Спасибо, девочки. Я буду с вами до конца. Допоете, докормите, все ваше. Валя, у нас такая шутница. Действительно, начинала ходить, у нее проблемы с ногами, а сейчас она уже намного лучше ходит. И вот все наши девчонки. Самое главное позитив. Смотрите, как у них горят глаза. Как они довольны, как они общаются. Хотя, да почти у всех не так все просто в этой жизни. Ну что, мои хорошие, еще раз, с днем физкультурника. Ведь мы физкультурники, и нам ничего не страшно. Сегодня вот моросит с утра дождик, а я все равно вышла на свою тропу здоровья, как я называю. У меня вот такой вот плащик
который защитит от небольшого дождя. Это видео я сняла для того, чтобы мотивировать многих из вас сделать первый шаг. Самое главное — поставить цель и сделать первый шаг. Ведь, согласитесь, многие сидят сейчас и говорят: ой, как хорошо, какая у них хорошая компания, как они ходят, как это хорошо для здоровья. Все понимают и знают, но все равно сидят. Так поднимитесь и сделайте первый шаг. И у вас все так же круто изменится в жизни, и вы будете улыбаться и радоваться этой прекрасной нашей жизни. Ну что, мои хорошие, на сегодня все. С вами была ваша Татьяна. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Ну и можете пальчик вниз, если не понравилось. Все равно мне очень приятно получать от вас обратную связь. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Пока-пока. А я пошла нарезать свои километры.